Приветствую вас на своем канале. Сегодня хочу показать вам, как я оформила свою вышитую картину «Уединенный коттедж». Вот таким вот образом. Извиняюсь, конечно же, очень сильно отсвечивает, поэтому прямо показать не могу. Вот именно так. Нравится мне больше всего, как оформили эту картину. Сразу оформляла я три работы. Чашку, вот этот коттедж и магнолии. Ну, вот это мне больше всего нравится. Мне очень нравится рама такая, она под старину сделана. И само паспорту такое тёмно-коричневое под бронзу. И такая вот рамка, она светлая, тоже под бронзу золотым. И по краям золотистая. Оформили, в общем-то, неплохо. Хотя, всё-таки по краям несколько крестиков они у меня забрали, да? Ну, висеть она будет не здесь. Здесь висят вот мои кошечки на этой стене. Но будет висеть, в принципе, в этой комнате, только на другой стене. Поэтому где-то, ну, вот так на красном фоне и будет, в принципе, смотреться. Я считаю, что, в общем-то, неплохо. Мне очень нравится, как смотрится эта рамка, как все подходит. И довольна я этой вышивкой. Единственное, что когда натягивали, что-то там бэк на перилах, на одном как-то вот куда-то он убежал. А так и французики все на месте остались. Все, в общем-то, здорово. Покажу поближе рамочку. И вот такая вот, вот рамочка. Паспорту вот такой, ну как под бронзу немножечко металликом отдает. И вот такая вот рамка. Мне очень нравится, как, в общем-то, эта рамочка смотрится на этой работе. И вторая работа магнолия, сейчас я вам тоже покажу. И вот оформленные магнолии, то есть висеть будет абсолютно не здесь, в другой комнате. Но вот чтобы здесь как-то вам показать. Но я сейчас смотрю, так на стене, в общем-то, смотрится неплохо. Хотя оформление мне это понравилось меньше всего. Чашка мне тоже нравится, домика. А вот это как-то, вот это желтое паспорту, как-то мне кажется не очень, но здесь сочетается. Хотя из того, что там было, мы подбирали паспорту. Вот этот вот бледно-желто-бежевый цвет подошел больше всего. Там вот в цветочках есть такая ниточка, достаточно много вот в центре. И думали, что будет неплохо сочетаться. И такая, в общем-то, коричневая, слегка с позолотой рамочкой. Под стебельки, в общем-то, мы такое заказывали. Ну, так, в общем-то, сейчас повесила, смотрю, вот бы ничего так получилось. Будет висеть в маминой комнате, тоже сейчас покажу вам поближе. И вот поближе вот рамочка такая, паспорту, и сама, в общем-то, вышивка. Очень здорово, когда картины оформлены, возвращаются домой, у меня такая радость. И еще мы не прибили для них гвоздики, как бы не наметили. Но сегодня будем вешать эти работы, поэтому займут свое достойное место. Очень мне нравится. Очень довольна. Ну все, всем спасибо за внимание. Пока-пока.